В этот раз прием граждан начали с адресной помощи. Главу региона просили помочь в приобретении дорогих лекарств и кресла-коляски для ульяновцев с ограниченными возможностями. Вопросы решились положительно и уже переданы в Министерство семейной и демографической политики и соцблагополучия. Жители улицы Подлесной обратились к губернатору с просьбой отремонтировать магистральный трубопровод. Трубам уже 70 лет, и они требуют капитального ремонта. В микрорайоне в северной части города проживает почти 3000 человек. Качественная питьевая вода – необходимость. Работы на объекте уже ведутся. Сотрудники Ульяновского водоканала заменили 150 метров трубы. Сегодня весь водовод заменен. Осталось нам установить 8 водопроводных колодцев и уже непосредственно осуществлять врезку всех домовладений со старого водовода на новый водовод. Срок, который мы для себя обозначили, 5 декабря. Жители села Большой Кувай Сурского района обеспокоены отсутствием газа. В населенном пункте проживает почти 300 человек. Работают школа, медпункт, клуб и магазины. Строительство межпоселкового газопровода уже завершили, но газ пока не подключен. По информации Минэнерго, на данный момент оформляется документация для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Газ в дома планируют пустить 1 декабря. Просьба дать обратную связь, что газ действительно пошел. Вот. Ну а мы, в свою очередь, будем за этим вопросом контролировать. Дмитрий Николаевич, тогда 2 декабря 2021 года жду от вас доклада, что работа выполнена, газ пущен. Также газовый вопрос волнует жителей Инзы. Город пока полностью не газифицирован. Многие жители покупают баллонный газ, но уже больше месяца поставок нет. Произошла такая ситуация, что денежных средств, изначально предусмотренных в бюджете, оказалось недостаточно. Это связано с тем, что цена на жирный газ возросла практически в 2,5 раза с начала года. В связи с этим, с 1 октября, действительно, как говорит Ксения Сергеевна, что поставки были прекращены. В настоящее время дополнительные денежные средства на компенсацию выпадающих доходов уполномоченной организации выделены. В профильном ведомстве отметили, в ближайшее время запланирована доставка 30 баллонов газа. Анна Тищенко, Улправда ТВ.